Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Салюстий. Салюстий Гай. 86-34 год до нашей эры. Римский историк, политический деятель. Салюстий был политическим противником Сената и в гражданской войне поддерживал Цезаря. Позже Салюстия назначили управляющим в Нумидии, где он сколотил огромное состояние. Вернувшись в Рим, Салюстий создал знаменитые сады, названные его именем. Отошел от политики и посвятил свой досуг написанию исторических трудов, из которых до нас полностью дошли лишь заговор Катилины и Югуртинская война, повествующая о войне Рима с нумидийским царем Югуртой. Подражая Фукидиду, Салюстий писал сжатым стилем, который в свою очередь повлиял на стиль Тацита, назвавшего Салюстия самым блестящим историком Рима. Салюстий известен также как политический оппонент Цицерона. Из Википедии. Салюстий стал одним из первых римских историков, кто ввел в исторические произведения развернутые речи главных героев, призванные лучше подчеркнуть особенности их характера и политической ориентации. Также одним из первых бросил критический взгляд на недавнюю историю Рима. Ну вот так вкратце о Салюстии. Салюстий Гай – римский историк и политический деятель. Пока-пока, до свидания.